Так, еще только не нужно. Я кое-что спрошу вас сначала. Пожалуйста. Это не нужно, Я не буду все равно. Ну, не возьму. Подождите, пожалуйста. Сейчас закрою дверь. Здесь я же никуда не уйду. Это никак. Да. Значит, вы мне на некоторый вопрос ответите. Скажите, когда мы встречались с вами, сколько раз? Примерно. О, да ну памяти-то у меня вообще уже никакой, если честно. Ну так, мы же напомнили мне, что это 2000, ну, да. Какой первый, наверное. Вы помните, 2000, я обращался к вам в какое время? Да, ребятишек вы давали у нас. Да, 92, дети. Вот. У меня вот так сложилось внутри, что я решил всем благодарность вынести, кто помогал тогда. Я разбогател. Как разбогател? Я издал книги. Ну, я понимаю. Вот, у меня вышло 38 книг из печати. Ой. Вот это мой сайт. Здесь. Ага. Ну, на той стороне, то вы увидите. YouTube. Ага. И там все книги. Ага. Часть книг я хотел бы вам подарить. Это книги. Не что ж это книги, просто так. Мы проехали с этими книгами, чтобы подарить библиотеке. До Дальнего Востока. Владивосток, Находка. Проехали до конца страну, всю Европу, до Лиссабона. Турцию, Скандинавию и Прибалтику. Так что мои книги в библиотеке Ленина, в королевских библиотеках, у Путина видели в библиотеке. Вот. И теперь я, значит, пошел по Барнауну, кто помогал. Бог сделал так. Божьей помощью, конечно. Вот я помадой покажу. Это вот книга. Угу. Вот вы вслух посчитайте предисловие. Так, первое. Вот это вот, посчитайте. Вслух посчитайте. Материал для этой книги собирался 40 лет, выражаю большую благодарность людям, еще некоторым библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со временем, уважаемые... Это понятно, а впереди маленькие... А автор выражает особую благодарность. Клименко Владимиру Федоровичу, главный редактор газеты «Занал», благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были сданы общим пиражем. Вот. В конце вы найдете там все о Христе, о спасении, о Библии. Тут много фотографий. Это вам на память за вашу доброту. Когда вы нашим небогатым детям выделяли своих щедрот. Это посмотрите. Дальше, смотрите. Для слова Божия нет уз. Вы знаете, я был арестован. Сидел здесь, я даже покажу этот снимок, я арестованный идет. За слово Божие я бывал, потом вернулся. Это вот фотографии. Ага. Это краевом суде. Это святилище. Ага. Это книга документов, средств нашей истории. Ага. Почти вся на этих документов. Как я находился в грузах, строим на православной деревне в Амтовском районе. И вот это вот, самое наиценнейшее, что можно сказать. Трехтомник. Нового Завета с полным толкованием. Закладочки российский флаг. Красно-сине-белый. Вот. И здесь 240 иллюстраций с книги «Старого дары», которую мы раскрасили. Посмотрите. Полное толкование Нового Завета. Начиная от Матфея, кончая апокалипсисом. Пусть вам Бог поможет обрести спасение во Христе, потому что Корнилий творил много добрых дел, и Господь ему открылся в истине. Он узнал. Вот здесь телефоны есть на визитке. Если что-то нужно будет, а вот это мой телефон. А дальше там телефоны, лагерь детский, ну там все, Mail.ru, форум большой. Там только наших роликов, наших, около 4000. Понятно. Ну, там, Бог, видите, как он... Видите, как Господь усмотрелся. Когда мы были только, ну, в таком, сказать, зачаточном состоянии, нашлись добрые люди, как вы помогали. Вот мы еще должны пойти на бывшего директора РТИ, Хромов, может, слышали? Ну, да. Очень добрый, много помогал. Так, сейчас он, там есть директор станкостроительного Горшков, кое-кого, как уже нету, как бабай. Горшков сосед мой. Да. Все эти люди помогали в то время. А сегодня у нас все есть.
И Господь вот позволил такое. Видишь, какие книги. Шикарно, отлично, спасибо. Вот таких книг у меня издано. 38 книг вышло. Они все разные. Называется «Открытым оком». Я там отвечаю на вопросы, где в университетах вел занятия, по радио 3 программы вел, за границей был. И там и проповеди, которые говорил. Это все вы найдете в интернетной версии. А вот, который здесь. Какой вам да, год, там все книги. Годок-то сейчас какой? А? Годок-то какой вам? Сколько лет-то сейчас? Кому, мне? Да. 77 будет скоро. Бог опять же. Господь дает. Дает, слава да. Бог. Вот. Я вас искал долго. И нашел, ну как сказать, даже еду вам нашел. Принесли старые журналы. Ну я жег печку, растоплял. А в конце гляжу, кто есть кто. Да. А когда-то выпускался отдельно целый том, или как с книгой, кто есть кто, и в той книге был я, про меня писали. Да, я думаю, дай-ка поищу, кто-то знакомый есть. Ну, открыл там, а там... Да. Вы, наверное, это знаете, вот да, оно. Есть книга, да. Вы? Да. Ну, вот я это увидал, и... Да. И давай тогда звонить вот, сейчас брату. Сейчас покажу, бухгалтер. Какой был молодой красивый. Ну. Да. Видите, как у Бога все выверено. Да. Так что вот, Игорь Анатольевич, пусть Господь умножит вашу доброту, чтобы вы закончили жизненный путь, это мы все когда-то закончим, и были со Христом. Здесь говорится о том, смысл нашей жизни – уверовать во Христа, который умер за наши грехи. Это православная вера, там не какая-то где-то что-то, все. Брат у меня, это пресвитер, священник. Вот, я такой. В Потеряевке, в Мамонтовском районе, деревни строим. Здесь это все абсолютно найдете. Все телефоны детского лагеря. Вот нашему детскому лагерю на еще уже 44 года. В советское время мы были единственный православный лагерь на всю страну. А сегодня многое. Здесь вы увидите все. Все какие были неурядицы, нападки. И все документально. Кто участник, ну как бы, встретился в моей жизни. Тут снимки увидите Баварина. Я когда вернулся, у меня же много конфисковали фанатеку. Я реабилитирован был, как политзаключенный верующий или. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Видите как? Это моя мама, это я из армии, вот я в армии был внизу. Видите как вопрос. Смотри, усы такие, борода такая, прическа немножко, тебя покороче. Так, телефоны здесь. Я не буду задерживать вас. Давайте чеку-то да, нет, он уже торопится куда. Если что-то вам нужно будет, Игорь Анатольевич, телефоны все здесь. Я перезвоню, еще пообщаюсь. Интересно, я, конечно, не могу. Ясное дело, у меня пенсия 6275 рублей, 3 копейки. Понятно, что... У меня самое минимальное. Мне не давали нигде работать, только при ведомстве охраны, железнодорожном отделе. Все. Все, весь город у меня был закрыт. Ну, ясно, и пенсия, она соответственно тому. 35 лет стажа у меня по трудовой книжке. Ну, а пенсия, ну, голодный ни разу не ложился спать. Ну, дай бог. Видите, как у меня машины нет. Вот позвонил, брат меня подвез. Сегодня я выехал, опять дома сижу, занимаюсь. Понял. Ну, спасибо вам. Ну, до свидания. Я, если честно, даже не ожидал. Я как бы что не понял сначала. Нет, вернее, вы когда потом там мне сказали, я все вспомнил. Все вспомнил. Как говорите? Я говорю, когда вы мне сказали по телефону, да. Сначала-то ничего не понял, а потом-то, когда вы мне напомнили, я все вспомнил. Видите, я приходил к вам, вы где-то там были. На Гоголя. Недалеко совсем. Да. И после этого я уже несколько лет искал, никто не знает где. И вот как растопляю, рву, и вдруг думаю, дай-ка с обратной стороны посмотрел, натолкаюсь, толкнулся, давай спрашивать. Он говорит, наверное, это тогда я перезвонил. Видите как. У меня, кто встречался на пути, даже в других городах, я стараюсь всех найти в той прошлой жизни моей. Я всех отблагодарить. Ну, дай Бог вам. Дай Бог вас еще Господь. Еще раз. Дай Бог, чтобы все у вас было. Вы на моем что пути еще видите? Ну, я просил больше. Не для себя. Для себя у меня ни одной копейки не было просимо. Это все для детей. Дети. Вот у нас говорят, какая национальная идея должна быть. Ну, раньше было пролетарий всех стран, соединяйтесь. У меня, кто говорит, дети, воспитанные во Христе. Это никаких оборотней милиционеров не будет, ни взяточников коррупционеров. Это будут совершенно добрые, хорошие люди, христиане. Да, конечно. Дай
Ни разводов, ни проблем. Да, они же и сами, то есть, как бы, тянутся хорошее к хорошему, светлое к светлому, поэтому... Вот я говорю, если в духовном плане у вас что-то будет, а вы когда посчитаете, и вы увидите, я скажу просто, что эта книга, вот эта издана, за 2000 лет первый раз в полном комплекте вышла. Она не просто уникальная, она единственная. Ну, понятно. И вот Вислава Даре, это лучший иллюстратор Библии, мы сами его раскрасили, 230 картин. Все здесь есть. Понял. Пошли мы еще раз. Все, еще раз. Спасибо.